Приветствую на моем канале. Шуку до бакала, вакура бакала кенда. Рехады гадинда. Шуку думба. Буду записывать со связью. У меня связь. Обычно, когда диктофон записываю, связь вырубаю, чтобы не сбивать, не соединять, короче, эти, в общем, потом впоследствии. Вот, ну да ладно, чтоб никто не мешал, не сбивал. Сколько у Бога Израиля? Израилев. Ну, его народов. Сколько у Бога его народов? У Петра написано: вы народ Божий. Вы Божий народ. Божий народ. Ураба караба кара кинда кадо кутумба. Шара кинда. Вы Божий народ. Царственное священство. Кому он это говорит? Вы Божий народ. Царственное священство. Люди, взятые в удел. Кому он обращается? Если у Всевышнего несколько его народов, Божьих народов, Израилев, то, наверное, к отдельному какому-то народу он обращается, или к какому, или к нескольким народам. Как ты думаешь? К какому народу обращается Всевышний? Потому что сейчас есть теория о том, что якобы существует один народ Божий, некие евреи, и другой народ Божий, тоже некие евреи. Как ты думаешь, это вообще нормально? Бога несколько народов или один народ? То есть один прозапас получается, да? Или как? Вот мне надо просто понять это. Как? Один прозапас, да? То есть есть, так скажем, христиане, которые не считают себя евреями, но как бы хотели бы в тайне своего, так скажем, сердца быть евреями, но ими не являются, да? Но они тоже народ Божий. Или как? Или они не народ Божий? Тогда кто евреи? Ну, ты без сомнений скажешь, а не народ Божий. Но тогда, получается, у Бога несколько народов Божьих. Кому тогда говорит Петр? Вы народ Божий, царственное священство, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Сейчас я маленько попилю. Ну,
кипит. Я совместно с этой работой делюсь с тобой некоторыми соображениями. Народы Божьи, да? Сколько у Бога народов? Ты скажешь, у Бога все народы Божьи. Я именно конкретно про Израиль говорю. Сколько у Бога Израилев? Израилей. Правильно, не так надо будет сказать. Сколько у Бога Израилей? Один, два. Один или два? Сколько у Всевышнего Израилей? Один или два? Сколько? Ты скажешь, один? Израилю Бога один? Тогда кто такие христиане? Это народ Божий? Или не Божий народ? Или подделка? Если христиане народ Божий, то они должны быть Израилем, потому что народ Божий — это Израиль, Исраэль. Если народ Божий — это Исраэль, Якову сказано: «Ты не Яков, ты Исраэль», то тогда кто такие евреи в государстве под названием Израиль, носящие паспорта с гражданством израильским? Они тогда кто? Народ Божий. То есть получается, у Всевышнего два народа. Но ты нигде в Писании этого не найдешь. Нигде в Библии нету этого упоминания, что у Всевышнего два народа. Тогда нужно прийти к выводу, что у Бога есть один единственный народ, которому имя Израиль. И весь этот Израиль — это евреи. Нет, ты не понял. Я не про тех евреев, которые из себя говорят, что они евреи. Они делают обрезание, они живут в стране под названием Израиль. Израиль. У них паспорт и гражданство Израиля. Шляпы такие носят. Я не про этих говорю. И не про тех, у кого гражданство израильское. Не про них вообще речь. Хорошо? То есть понятно. Бога не может быть два народа Божьего. Один Израиль, а другой христиане. У него один народ. Это он имя народу Израиль, как имя и Богу, потому что его имя Израиль. Это он, Израиль, я твой Бог, которым учу, который учит тобою народы. Да? Он тот, который учит тобою народы, поэтому ты Израиль, и он Израиль, потому что он учит тобой народы.
Кто были отец и мать Авраама? Они не были евреями. Извини меня. Авраам стал евреем. Кто такой еврей? Это чужой для этого мира. Этот человек чужой для этого мира. Авраам был чужой для этого мира. Чужак. Странник и пришелец. Чужой для этого мира. Что-то я здесь, походу, накосячил. Ну да, есть маленько. Ну да ладно. Ничего не поделаешь. Вот. Ура, бакара, 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 кинда, куда кутумба, ракинба, курбаши, куда кутумба. Трека-така-тинда, ракунда, батамба, хатамамба. Хатамамба, лакумба, лапикиши, куда кутумба. Ай-да-да-да-да-дай. Ама, кура, бакара, 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 кинда, гада, гадинда. Кара, куда кутумба. Аши, гада, гадинда, лакунда, лакамба, ракалакумба. Когда-то не помилованы, а ныне помилованы. Кинда, когда ты индра кунду куда вода кимба. Вакара, 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 кинда, когда катумба. Рекадекадинда, ракунду, куду, кутумба, харабаше гадекадинда. Рекадекадинда, ракунду, куду, кутумба. Ракуду, куду, баше, харабатумба. Решеде. Ура, бакара, бакара, кинда, гадекадинда, ракунду, куду, кутумба. Далековато, да? Шага только думба, да, кимбра, кунду кудумба. Шага только думба, да, кимбра, худо, шага только думба, харабакара, кинда, гада, гатиндра, кунду кудугла, бахараш, да, кимба. Хаша, да, хамба, хороба, хороба, шага, хараба, тинда. Шурма, рина, да, ранина. Ранина, нина. Ара куду кутум бахара башега да гадинда, куду кутум бахара башега да гадинда, ракунду куду кутум бахара башеде. Ара башеда када кутум бахара башега да гадинда, ракунду куду кутум. Ара куду кутум бахара башега да гадинда, ракунду куду кутум бахара башега да гадинда, ракунду куду кутум бахара. У Бога не может быть несколько народов. У Него только есть один и единственный народ, истинный Израиль. То, что люди предполагают, что... Понимаешь, ты даже не задумывался об этой мысли. Пойми. Тебе надо подумать об этом. Кто-то на самом деле не является истинным Израилем. Понимаешь? Кто-то не является истинным Израилем. Кто-то лжет.
И очень сильно лжет, получается, да? Кто же лжет? Нужно разобраться. А то те называют себя евреями, но отвергают Ишуа. Говоря о том, заявляя о том, что они евреи, они иудеи, они истинные, правоверные евреи. Я не про мусульман. Я про евреев. Они тоже должны быть правоверными, правильно? То есть правильная вера у них. То есть такими православными евреями. Правильно славящими евреями. Но правильно славящий еврей — это на самом деле тот, кто верует в Ишуа. И по-другому быть не может. Ты не можешь быть евреем, но не веровать в Ишуа. Либо наоборот. Ты не можешь быть верующим в Ишуа и не быть евреем. Этого быть не может. Ты должен быть возрожден от воды и духа. Ты должен быть возрожден от воды и духа. Ты должен быть возрожден от воды и духа. Ты должен быть правоверным евреем. Правоверным, православным евреем. Я не про религию православия говорю сейчас. Пойми меня правильно. Я не про православие говорю, которое существует в Российской Федерации. Я говорю по поводу того, что твоя позиция, она правильная в отношении Бога, и ты правильно его славишь. Потому что когда ты веруешь в Ишуа, ты правильно славишь. Твое прославление Всевышнего, оно правильно. Поэтому я говорю, ты должен быть православным евреем. Кого стали называть христианами в Антиохии? Те, которые уверовали в Ишуа. Чью веру они поддерживали? Еврейскую веру, но в Ишуа. Кто проповедовал им Ишуа? Те, кто являются евреями. Апостол Павел, Петр и прочие. Кто они были? Евреи. Правильно. Ты правильно думаешь. Они были евреи. Они не были христианами. Они были евреями. Но их еврейство переродилось. И они стали истинным Израилем, истинными евреями, правоверными евреями, православными евреями. Шукура бакара 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 кинда. Ушабракара мукура бакара батинда. Марабукура мекера кинда. Марабукура мекера кинда. О, шалабара кинда, сара кунда, лабахара батамба.
Пойми, вот эта вот мысль, держи у себя в голове эту мысль, пожалуйста. У Бога может быть два народа. А что, христиане вообще-то там получается не народ Божий? Я тебе об этом разве сказал? Ты христианин? Я, например, не считаю себя христианином. Это язычники стали называть уверовавших в Ишуа христианами. Они-то себя так не называли. Услышь, пожалуйста, дружище. Они себя так не называли. Они были Израиль. Они были Израиль. Они христиане. Так, сюда надо поставить. Ура, бакара, бакара, кинда.